Всем привет, дорогие друзья! По вот этим ярким картинкам вы видите, ну, вернее, вы видите по общему, так сказать, по общему виду, что мы находимся в магазине Uniqlo. Я пришла сюда, потому что я хочу поснимать. Я прослышала, что в Uniqlo опять появилась коллаборация с Marimekko, которую я очень люблю. Сам Marimekko бренд, я считаю, очень переоценен и... ну, как бы, во всяком случае, у нас в Канаде он безумно дорогой. А вот когда они делают коллаб с Uniqlo, то цены вменяемые вполне, даже для Uniqlo. Ну, вот, например, платье стоит $70. Это, в принципе, обычная средняя цена для платьев Uniqlo сейчас. Но вы видите, какие есть красивые расцветки. Вот такая. Синяя в цветы. Это все один и тот же фасон. Вот такие вот полоски. Я вообще, честно говоря, удивлена, потому что я знаю, что все коллабы в последнее время у нас бывают только онлайн. Вот они, эти платья, обычного совершенно фасона. Я думаю, что состав хлопок. Давайте посмотрим. Да, вот написано 100% катон, это значит 100% хлопок. Кстати, вот это размер extra small. То есть это самый маленький, возможно, размер. И я вам должна сказать, что оно не очень уж такое маленькое, довольно такое не маленькое, да? Значит, это, я так понимаю, детское Marimekko. Видите? Ну, почему-то оно висит здесь в этом отделе. Может, это блузки? Почему я решила, что это детские платья? Что здесь написано? Значит, в них так, 53% на 24 катон и 23 район, прекрасный состав. Цена $35, да, видите, размер 5-6. 5-6 это детский размер на 5-6 лет. Значит, детские вот есть платьицы, и вот они есть такие же, как взрослые, тех же расцветок, полосочки. Вот они, видите, все детские платья. Потом вот такие вот сумки. Кстати, вот эти сумки, я вам сейчас про них еще расскажу. Это сделано с рисунками Marimekko, а вообще в Uniqlo вот есть вот эти сумки, именно дизайн Uniqlo, и сейчас это просто хит, вот эти вот все сумки, их называют новая Birkin для миллениумов, для миллениалов. Сейчас я, может быть, их найду и покажу вам еще поподробнее. Так, еще детские вещи, много, кстати, детских вещей. $29 стоит вот такое вот платьице детское. Девочки, если бы я сейчас ехала в Нью-Йорк навещать свою сестру, которая внучка 5 лет, то, видите, 100% хлопок. Я бы с удовольствием бы купила ей вот такое вот платье, но я в ближайшее время не еду. И даже не знаю, хотя летом мы едем встречаться на коттедж вместе отдыхать, может быть, я куплю что-нибудь от... Uniqlo Marimekko и привезу ей в подарок. Она очень любит всякие платья. Так, это женские с примесью льна, $34 рубашки. Я бы сказала, что они какие-то такие немножко мужские. Но это, кстати, уже не Marimekko, это уже все. Так, Marimekko на самом деле не так уж и много. Значит, собственно говоря, вот есть вот эти платья, сумки и есть юбки, насколько я понимаю, и футболки. Сейчас я... Вот есть юбки, вот смотрите, на картинке футболка с юбкой в полоску. А юбки есть вот такой расцветки в цветочек, есть в полоску. Они тоже, по-моему, хлопковые, есть вот такие вот футболки. Есть без рукава, есть с рукавом. И вот такие вот рубахи, с которых мы, собственно говоря, и начали. Видите, еще есть шапки, еще есть... шизы, обувь за $60, и вот эти вот юбки. И вот все, что есть маримечное, вот оно все представлено. Насколько я понимаю, это вот эти знаменитые сумки, они сделаны из кожзама, а есть еще из Болони. Вот эти сумки по $40. Я слышала, что в Европе они продаются за 15 евро, но я не уверена, что это вот именно они, потому что вот там есть еще из Болони, я вам сейчас покажу. И она огромная. Вот такая вот сумка банан, в которую можно впихнуть. Если вы откроете TikTok или Instagram, то там будет миллион. Вот наберете Uniqlo сумка, то вы увидите миллион видео, как люди показывают, сколько... Значит, сделана внутренняя подкладка из хлопка, а это имитейшн, как будто подделка под кожу.
то вы видите кучу блогерш, которые показывают, вот сколько можно всего всунуть в эти сумки. Кстати, очень красивые белые юбки из хлопка, по-видимому. И вот есть такая же синяя на манекене. Сейчас я посмотрю, сколько она стоит. Вот она. Из чего она сделана? Так, значит, 100% хлопок и подкладка 100% полиэстер. Как всегда в Uniqlo в последнее время, $60 она стоит. С карманами, может, я возьму и примерить. Вот такая белая, есть на резинке, есть вот синяя такая же на манекене. И вот говоря про эти сумки, видите, вот они из Болони, и стоят они, я не вижу сейчас, $25, да, значит, когда речь шла про сумку за 15 евро, это было про нее, значит, у нас они стоят $25, вот они из всех-всех-всех разных цветов, и это хит последнего 23-го года, еще раз повторюсь, их называют сумка для новой Биркин. Посмотрите, вот видите, здесь, значит, даже написано, что в нее можно напихать столько, сколько вы вообще не представляете, сколько в нее можно, то есть ее можно так набить и столько всего в нее положить, что, в общем, ни в одну другую сумку не влезет. Вот они появились, и вот их очень-очень сейчас рекламируют везде. Я думаю, что это каким-то некоторым образом такая рекламная кампания. Uniqlo очень хорошо их раскрутила. Они сделаны вот из такой Болони. Вот так вот она одевается, видите, на... через... как это сказать? Ну, сумка-банан, короче, как это было. Сумка-банан. И вот они сейчас жутко популярны. Так, из нового, вернее, из старого. Вот эти платья вышли на распродажу. Кстати, я таки себе его купила, зеленое платье. Вот сейчас они $50, но они, у них был какой-то сейл очень короткий. Они были $50, я тогда его купила. Такое платье зеленое. И сейчас они вот на сейле уже за $50, так сказать, я так понимаю. Постоянно. Вот эти юбки, они ведь еще есть и черные. Но белые, если честно, мне как-то больше нравится. Это же черное или это синее? Вы знаете, что это тоже черное. Нету синих, это мне показалось. А платья такие, вот знаете, как трикотажные футболки со встроенным лифом. За тоже $50. Красивый есть вот цвет пыльная роза. Есть такой зеленый, есть черный. Не знаю, насколько это удобно. Если грудь маленькая, это удобно. Если большая, то не очень. Сарафанчики эти не помню. Мне кажется, мы их еще не видели. Вот такие вот за. Почем они? По $70. И у них у нас 100% хлопок. И подкладка 80% полиэстер, 20% хлопок. А подкладка пришитая вот такая вот. Выглядит как хлопок, но видите, написано, что это в основном полиэстер. Вот так она выглядит. Это сарафан, его можно с футболочкой носить. Кстати, очень хорошая идея. Можно вот так, без ничего. И прям такой вот летний-летний сарафан. Вот это мы, по-моему, с вами видели, примеряли. Я уже не помню, девочки. Вот оно на манекене. Честно говоря, мне кажется, что мы его не примеряли. Но я не знаю, если я успею... Если у меня будет достаточно времени, я хотела померить Мэри Мэка. Вот это платье, мне кажется, очень будет. Это вот это из этой серии Ризом. Оно из синтетики, но это синтетика, которой не жарко. Оно стоит $50. И вы знаете, вот оно такое сверху приталенное и от груди расклешается. Мне кажется, что это очень красивый фасон. Вот я бы его тоже померила, потому что мне кажется, что это очень комплементарный фасон. Они есть вот, я вижу пока два цвета, может быть, есть еще такой вот сарафан, не помню, трикотажный сверху и хлопок внизу, и тоже со встроенным лифом. Вот видите, вот картинка, вот он. Не знаю, будем ли мы его сегодня мерить, но обязательно померю в другой раз, если не померю сейчас. Почем он? Почем они? По $50. И состав у него. Так, 37 хлопок. Спандекс, в общем, подкладка хлопок, спандекс. В общем, короче, ну, хлопок присутствует. Да, и вот это вот платье, вот эти есть оранжевое, зеленое, черное. Есть вот такое вот в клеточку. Оранжевое очень симпатичное на манекене. Зеленое тоже неплохое. Вон тут шляп полно, кстати, в Uniqlo. Так, а, вот еще есть такое платье. Вот это, что мне понравилось. Они есть такого светло-салатового, такого цвета
такого салата, вот светло-салатовые. Есть синие, есть черные. Ну и вот эти вот светлые, есть такое бежевое и потемнее бежевое. Есть такие платья-футболки. Сейчас я вам покажу ее издали. Стоит она $60. И состав в ней 100% хлопок. Вот такое вот просто платье-футболка. И вы знаете, вот оно интересно сделано, оно сбоку на кнопках вот таких вот. Чтобы что? У него есть карманы. А, это разные. Вот смотрите, вот это вот такое вот, вот оно сиреневое, эризом. Вот оно, эризом. Так, за $50. Просто обычное платье с карманами. А это из другой серии. Я только не знаю, где, откуда его занесло. Потому что вот с такими вот кнопками по бокам. Я не вижу, где они еще есть. Здесь их нету. Где-то они еще висят, но я не могу его найти. Возможно, что они только на веб-сайте. Вот это вот эйризм платье за $50. Просто вот такая платье-футболка. Красивых есть цветов. Вот такое яркое розовое, сиреневое, зеленое и черное. И вот интересно, вот это платье с пуговицами по бокам. Я что-то его не нахожу, не вижу. Возможно, я его просто пропустила. Нет, я вроде бы все обошла. Все обошла. Эти сумки, бананки я вам показала. Маримеку я вам показала. Маримеку я вам показала. Так. Обычно здесь интересные вещи. Это у них такое, знаете, полка, которая... А помните юбку, которую я примеряла голубую? Так вот сейчас такая же зеленая. Это Uniqlo C. Еще одна очень красивая. Какой же это размер, интересно. Не могу найти ее. Она была за $30. А это... Не пойму. Сейчас поищу размер. Она очень красивая. Красивый безумно цвет. Зеленый потрясающий. Так, юбка это второй размер. Она, конечно, мне будет маловато. Что здесь еще в остатках? Есть вот такая симпатичная юбчонка от Инессы. В клеточку с пуговицами. На кокетке такой. Ну, это размер small. Это обычно вещи, которые сдают в магазин. А, значит, 55% льна и 45% катона, подкладка 100% полиэстер, $50 она стоит, а стоила 70. Ну вот подкладка, мне видите, вот в таком вот мешочке отдельно приложена, что вам не обязательно ее одевать. Я вообще не знаю, зачем здесь подкладка, она абсолютно непрозрачная. Ну это размер small, я скорее всего в нее не влезу. И вот еще одна есть похожая, вот это по-моему large. Только немножко другого качества клетка. Видите, тоже юбка от Инессы, тоже вот с этими пуговичками на кокетке. Широкая юбка с карманами в клетку. Вот это такая более густая клетка, а это такая более жиденькая. Вот такие вот. Ну, по-моему, все. Давайте будем что-то примерять. Ну что, девочки, мы в примерочной Uniqlo. Вот такой вот я принесла всякое Маримеку. Вот это платье оранжевое, тут еще кое-что. И платье от Маримеку в цветочек, самое красивое, у меня забрали на входе, потому что можно только 6 вещей приносить в примерочную. Мне сегодня платье, ботинки ковбойские, которые, я надеюсь, подойдут к нашей примерке, но при этом они вот к этому платью девушки из прерии очень подходят. И вот такой же жакетик вязаный под Шанель, который подходит к поясу. Может быть, не очень подходит к платью, но мне нравится. Платье, если вам интересно, то выглядит оно вот таким образом, без жакета. Надела я его задом наперед, потому что это спинка. Сзади просто круглый вырез, который вот так вот меня душит шею, а вот с таким вот вырезом, надевшего задом наперед, мне кажется, оно выглядит немножко получше. Три волана, в общем, такая расцветочка. Ну, короче, давайте примерить. Так, первый комплект у нас юбка от Инессы, которую вы видели, я в зале снимала. Это размер large, она немножко великовата, но другая была small, и я побоялась, что она мне будет мала. Ну, в принципе, она симпатичная, она здесь завязывается на веревочке, поэтому я ее затянула, и она, ну, как бы сидит неплохо. И вот такой вот черный топ. Не люблю ужасно вот эти вот горловины, и был вот такой вот вырез, это удлиняет шею немножко, а так у меня прямо она меня душит и всю шею съедает. Видите, какая разница, девочки? Смотрите, вот так. Это. Совсем другое вообще ощущение, фигура. Давайте я сделаю вот так, чтобы нам не мучиться, да? Чтобы не поняли.
да, вот так. Вот так намного лучше. Рукава нету. Здесь такие складки заложены, и он, они есть скрытая застежка, они есть черные, белые, еще какого-то такого зеленоватого цвета защитного. Юбка симпатичная, с карманами, с такой вот кокеткой сверху, и здесь висит у меня мешок с подкладкой, который, на мой взгляд, совершенно не нужен, потому что она совершенно непрозрачная. Они сейчас, эти юбки на сейле, они стоят $50, стоили 70. И, в принципе, она мне нравится. По-моему, она вся натуральная, только искусственная синтетическая подкладка, которую можно не надевать. Но я считаю, что $50 это тоже как-то многовато. Знаете что? Сейчас уберу свои вещи отсюда. Брала свои вещи отсюда, раз уж у меня здесь корзинку, которую они втюривают всем назло. Хочешь, не хочешь, дают. То я убрала с крючка, и так, по-моему, лучше выглядит. Хотя бы я могу себя снимать, и у меня здесь ничего не висит и не мешает. Короче, вот такая вот юбка, и такая тоже вот прямо девушка из прерии, как раз по моим ботинкам. То, что я сегодня пришла в этом платье, в ботинках, оно так у меня и продолжается, эта идея. Так, давайте рассмотрим. Знаете что, у меня еще одна есть кофточка. Я померю с этой юбкой, а потом покажу вам все. Из чего сделано, сколько стоит. Так, смотрите, вот такой топик я принесла. Это из Uniqlo C. Помните, я вам показывала... У них есть такое зеленое платье, у них есть такая зеленая юбка. Очень симпатичный. Боже, как я люблю этот цвет зеленый. Я его обожаю. И он мне ужасно идет. Мне вообще нравится этот топ. И даже с этой юбкой, которая, в общем, черно-белая. Я не знаю, сколько он сейчас стоит. Он единственный в магазине. Так же, как и юбка. Смотрите, он такой немножко этнический, да. И немножко меня в нем, как это называется, полна пазуха тетек. Ну, то есть вот грудь прям сильно торчит. Хотя, я не знаю, это недостаток, недостоинство. Но тем не менее, мне нравится очень этот фасон. Такой девушки-крестьянки, французская такая крестьянка на гравюрах таких, знаете, средневековых. Такой фасончик. Ну, честно, я люблю такой. Надо посмотреть, сколько она стоит. И цвет потрясающий, обалденный. Так, юбка, как вы видели в магазине, значит, у нее верх 100%, не, извиняюсь, 55% на 45% хлопка, хороший состав, подкладка, вот эта вот полиэстер, которую не обязательно вообще надевать. Был размер у меня large, стоит она 70, стоила 70, сейчас стоит 50. Вот так вот она сделана. Здесь пуговички, такая кокеточка, карманчики. Значит, вот эта черная блузка, она у нас была у меня размер small, как вы видите, она такая не маленькая совсем, стоит она сейчас $40, по-моему, уже 30, я видела, что на них сейчас сейл, и они стоят $30, сделана она, значит, 47 район, 35 лен, 18 хлопок, все натуральное, очень хороший состав. Вот видите, у нее такие вот здесь вот сейчас вот видно лучше защипы по сторонам застежки. И нет рукава, а что у нее сзади? А сзади у нее тоже вот одна кокетка, кокетка и вот одна вот такая вот защипа. Вот такой вот комплект у нас был. И по поводу вот этой зеленого топа, он Uniqlo C, размер medium, $49.90, $50 дороговато, конечно, если посмотреть, сколько он стоит. Так, 67 район, 33 лен, хороший состав и вот красивый цвет, размер medium. Вот такая вот кофточка. Ну что, хорошее платье. Такое правильное, хорошее платье, из хлопка, подкладка из полиэстера, но, повторюсь, подкладка отстегивается, но я думаю, что если ее снять, она будет прозрачной, потому что, видите, она немножко светится. Можно так вот с поясом носить, как оно продается, можно пояс развязать, сейчас я вам покажу. Это размер, по-моему, medium, сейчас я проверю. Вот здесь такая завязка, которую тоже можно таким легким движением руки и сделать вот так, открыть его побольше. Карманы есть, что я очень люблю во всех этих платьях. Хорошая длина, красивый цвет. Пояс можно развязать и носить его без пояса. Вот таким образом. Вот так. По-моему, неплохо. Без пояса тоже совсем неплохо. Так, платье было размером medium. $60 оно стоит. И состав его... Так, давайте смотреть. Значит, 100% хлопок само платье и подкладка 100% полиэстер. Из плюсов это то, что подкладка вот здесь вот отстегивается. Есть такие кнопки. И вот это нижнее платье подкладочное можно отснять, но мне кажется, что оно будет тогда очень прозрачным. Если это черное, может быть и ничего. А вот этот цвет, оно светится.
Ну и хороший состав, хлопок, ну видите, подкладка искусственная, сейчас так Uniqlo все вещи делают, это очень жалко и обидно. У них нет однотонных вещей, у них все, либо в цветочек, либо в полосочку, значит, вы можете сочетать полосатую юбку и в цветочек топ, вы можете надеть цветочек, юбку, полосатый топ. Я выбрала вот такой вариант, мне в принципе он нравится, это не просто полоски, это волны вот такие. Значит, топ S, юбка medium. Я специально взяла топ поменьше, потому что мне кажется, что вот с такой юбкой топ должен быть облегающий. Если топ будет широкий и юбка широкая на резинке, это будет как-то баба на чайник уж совсем. Но мне так кажется, что когда такая юбка, сверх должен быть такой более приталенный. Очень мне нравится это все сочетание. Значит, юбка тоже все хлопок, но подкладка не синтетическая, тоже так же висит мешком, как вот здесь. То есть можно ее не надевать. Есть разные варианты, разные расцветки. Я вам показывала в магазине. Очень симпатично все, как бы веселенькое такое. Цветочки, полосочки, вернее, волны. Довольно неплохо, мне кажется, выглядит вместе, потому что цвета, видите, вот этот синий, они сочетаются, основа тоже довольно близкого цвета. Единственное, что топ вот такой трикотажный, а юбка хлопковая. Ну, в принципе, это нормально. Мне кажется, что это неплохо. Вот такое вот сочетание. Так, смотрите, значит, топик стоит $30, не так уж и страшно. 100% хлопок, это был размер small. Я хочу сказать, что если вы вот хотите его носить не с такой вот узкой юбкой, а как бы там с шортами, с джинсами, то я бы взяла его размер medium и даже, может быть, и large. Тоже есть разных расцветок, очень хорошее качество, прекрасно сделано. Хлопок $30, я считаю, что это недорого. Я думаю, что в Европе это вообще стоит каких-нибудь, наверное, 15 евро или того меньше. Так, юбка. Юбка, значит, цена у нее, юбка стоит $70, в ней состав, значит, 80%, 53% лен, 24% хлопок и 23% район. Хороший состав, и это был размер medium. $70, может быть, чуть-чуть дороже, чем, скажем, Uniqlo. Мне кажется, они стоят долларов по 60 сейчас. Вот, поэтому, может быть, немножко дороже, но, в принципе, цена неплохая, и вот это качество неплохое от Marimekko. Ну и платье от Marimekko, я считаю, что оно прекрасное. Это, кстати, размер small. Вы должны, девочки, взять в рассмотрение, что они, ну, как бы, немножко больше, чем обычно, потому что я никак не small, никаким боком, но в этом платье оно мне и в груди хорошо, и в ширину хорошо, именно потому, что у него такой фасон, вот видите, оно прямо отсюда как бы раскрешается, от груди. Беременным девочкам это вообще просто идеально. Я очень жалею, что когда я была беременна, у меня не было таких платьев. Посмотрите, как оно прекрасно сидело бы на животе, но, ну ладно, и беременным, и девочкам не очень стройным, в смысле с пузиками, вот как я, например, у меня тоже животик. Но оно настолько красиво сидит на фигуре и настолько красиво расцвет. Таких подкладок нету синтетических, да и не нужно, потому что оно не просвечивается. Хлопок плотный, карманы, прекрасная длина, широкая, свободная, легкая, абсолютно в нем не жарко, очень хорошо. Платье идеально, платье прекрасное. И расцветка, конечно, ну, все, кто любит цветочки, девочки, вам сюда. Прям вот, прям вот оно и есть. Так, платье стоит $70. Это совершенно обычная цена для платьев из Uniqlo сейчас. У них так и стоит платье от 50 до 70, может быть, некоторые 40, но в основном $50-70. 100% хлопок, состав. Видите, размер small у меня был. Marimekko. Платье очень хорошо сделано, выполнено, красиво сшито. В общем, хороший состав, цена умеренная, вполне, очень советую. Так, ну все, девочки, вот такие у нас были примерки. Не пишите только, что все равно мое платье самое лучшее, потому что вы часто мне пишете то, что я прихожу в магазин и что-то примеряю, а потом вы пишете, что все равно мое платье лучше всех. Ну, это понятно, я эти вещи у меня в шкафу, те, что мне нравятся, которые я покупаю, так сказать, это отборные, так скажем. В магазин я прихожу и выбираю что-то, что есть в магазине, что, возможно, я бы и никогда не купила, просто примеряю для вас, для себя развлекаюсь, вас развлекаю, в общем, заодно и немножко показываю цены, размеры, чтобы вы знали, кто покупает после меня. Мне очень многие пишут, что заказывают онлайн, и, глядя на меня, в общем, люди как бы знают примерно, какой размер нужно покупать. Но вот это платье реально, оно очень даже, я бы
я бы рекомендовала, но опять же, не все любят вот эти расцветки, но там есть и вот такое же вот с этими волнами. Я люблю коллапс Мэрибэка, когда Юникло делает это. Обычно в Юникло самые красивые вещи — это коллапс Мэрибэка. Все, дорогие мои друзья, всех люблю, целую. Всем привет из Канады, из Юникло, от Диты. Все, пока, бай-бай. Увидимся в следующем видео. Bye.